Бау-бау-бау! Это новый выпуск на канале Валдис Лайф. И сегодня будет очередное разоблачение лайфхака. А если быть точнее, то лайфхак посвящен нашей любимой пластмассовой, пластиковой бутылочке. Нет, садиться на нее мы сегодня не будем. Ага, шутки это у нас такие. Хорошая шутечка, братан. Что же это за такой лайфхак, вы увидите позже в ролике. А сейчас мы перемещаемся в нашу комнату для испытаний. Поехали! И вот мы пришли в точку нашего сбора. Здесь есть вот такой стул, который в теории должен быть сломанный. Но это не точно. Сая, дай молоток. Поугарал, что ли, типа, там? Я хуй, а что мне им делать? Давай, следующий. Попытка номер два. Так, вот есть такой молоточек. Но для достоверности эксперимента мы одну ножку разобьем, а другую надпилим. И посмотрим, как лучше будет. Хотя, кто будет пилить стул? Мы будем кто? Так, теперь нужно ее на чем-то сломать. Допустим, на него сел какой-нибудь толстенький человек, и с ним произошло следующее. Бля, он не там ломается. А если... Блядь, эти СССРовские ножки хорошие штуки. Вот такая беда у нас случилась, и ножка сломалась. И сломалась-то она вот так вот. Так вот, что мы делаем дальше? Мы берем эту ножку. Прикинь, она-то... Собрал-то, блядь. Ладно, не беда, нахуй. Так, ну, а со второй ножкой у нас такая беда случилась, что ее отпилили. Вот такая беда произошла с нашим стулом, и мы его сейчас будем делать. С чего мы начнем? Начнем, наверное, вот с этой, да? Ножички. А, кстати, да, для этого мы взяли вот такой фен. Это строительный, он дует горячим воздухом, так что не думайте им сушить волосы и так далее. Хотя, в теории, можно использовать и пьезу, такая зажигалочка, чтобы разжигать что-то либо. Вот, но мы взяли фен, чтобы побыстрее. В чем сама суть лайфхака-то? Обрезаем вот эту бутылку, отрезаем вот это место и это место. Вот, и в теории оно должно все, как бы, склеить эту ножку. Сейчас, в общем, все покажу, увидите. Вот. Такой рукавчик должен получиться цельный, без всяких дырочек, без всякого. Далее, идем далее. Вот так вот одеваем, чтобы более-менее посерединке было. И начинаем нагревать вот этим феном. И смотрим, что получится. Короче, с полторашкой этот фокус не получается. Поэтому... Поэтому мы пойдем другим путем. Возьмем вот такую вот бутылочку. Так.
Так, делаем с ней то же самое. Но все равно это же работает, да? Как бы она оседает. Так что есть вероятность, что с такой бутылочкой получится все. Все, что мы задумали. Реально подошло. Вот такое должно было быть. Сейчас посмотрим. Так нам ту придется ножку тоже чинить. Вторую отпилили. Придется тем, что есть, сделать. Попробуем взять просто пластик потоньше. You out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take. Я сходил, нашел на помоечке, как все полагается, 0.5. Вот, сейчас будем делать из нее. Делаем все то же самое. Да я заебался резать уже. Ну все, та же процедура. You are like a big deal. Eggs you can hunt to heat ignition. Just keep me full like Adam. You once in a while feel all that I know you like it. Can't fight it. I might let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock waves. Ну вот как-то так. Теперь пойдемте проверять. Погнали. Погнали, погнали. Вот как-то так это все выглядит. В общем, сейчас будем испытывать. Я такой, да, гараж все-таки, все здесь пьяные всегда. Взял такой стул, поставил вот так вот и увалился. Так-то очково, без этого яма же сзади. Ну слушай, знаешь, что шатается? Вот эти вот бока, а ножки стоят. А ноженьки-то стоят без ног. Видишь, смотри. То есть все, стоим. Блин. Сука, да уебываешься когда-нибудь так. Так что, какой можно сделать из этого вывод? Этот лайфхак рабочий, только я не знаю, кто им и когда будет пользоваться, но факт в том, что он рабочий. И на вот такие тоненькие ножички. Нужно использовать бутылочки объемом 0.5 литра. Вот, ну а для палочек, побольше, соответственно, бутылочка побольше, то есть полтораха. На этом я хочу закончить. С вами был Валдис, вы были на канале Валдис Лайф, всем пока. И там типа ба-дам.